Привет! Сегодня простенькие гамбургеры сети Burger King. Все ингредиенты можно найти в любом супермаркете. Главная задача – сделать быстрый и вкусный перекус. Итак, нужно майонез, перец и соль, салат айсберг, котлеты из говядины, булочки для гамбургеров, лук, корнишоны, помидор, кетчуп. Как я уже сказал, гамбургеры должны приготовиться быстро. Именно поэтому котлеты не приготовлены в домашних условиях, а куплены в магазине. Важно, чтобы они были на 100% из говядины и с малым содержанием жира. Вроде все сказал, теперь за дело. Вначале нарезаем кольцами лук. Также помидор. И, конечно же, корнишоны. На сковороду нальем немного масла и дадим ему нагреться. Нужно слегка пожарить булочки. Вот такой цвет, то что надо. После булочек обжариваем котлетки. Их нужно посолить и поперчить. Перевернем. С другой стороны тоже. Солим и перчим. Котлеты жарить с каждой стороны примерно 4 минуты. Наконец, сборка гамбургера. На верхнюю часть булочки намазываем примерно чайную ложку майонеза. Укладываем листья салата. На него колечко лука. Вот. Лишнее уберем. На вторую часть булочки добавляем примерно чайную ложку кетчупа и распределяем его. Сюда же положим котлету, на нее несколько кусочков корнишонов, вот так. Теперь пару ломтиков помидора. Аккуратно соединяем обе части и можно подавать к столу.